Эти кадры жителям Борисоглебского напомнили сцену погони из «Терминатора». По мнению людей, преодолеть мост через устье способен только супергерой. Похоже, Екатерина Князева как раз из таких. Ездит здесь по несколько раз в день. Яма настолько огромная, что мне приходится максимально низко сбрасывать скорость, двигаться как черепахи, чтобы преодолеть. Иначе просто можно разбить всю машину и остаться без нее. Свои итоги проверки предоставила и местная прокуратура. Выяснилось, мост близок к аварийному состоянию. Везде коррозия, основные элементы расшатаны. Критическое, он скоро упадет. Ты по нему идешь, он дрожит, трясется весь. Ну тут, понимаете, нужно делать уже, наверное, реверсивное движение, потому что в одну сторону люди едут, в другую сторону очень большие ямы, и приходится стоять, пропускать встречку, чтобы выехать на встречку и проехать мост. А есть где объехать этот мост? Нет, так-то есть, но далеко очень. До 40 километров надо крюкнуть. По мосту всегда огромный поток, дорожная техника в нем бывает редко, но к нашему приезду замелькал и груженный КамАЗ, и грейдер, работа закипела. Смесью покрывают все убитые участки. Елизавета Алексеевна, что сейчас здесь вот такое пытаетесь сделать? Сейчас мы пытаемся хотя бы временно заделать ямы. Отсев – это мелкий камешек с песком, но он более-менее уплотнит эти ямы. Надеемся, что в конце апреля все-таки у нас определится подрядчик, который выполнит данные работы. Какие работы? Будет фрезерование и укладка одного слоя асфальта. Сколько денег потребуется? Первоначальная стоимость 2,5 миллиона. Глава сельского поселения жалуется, в скромном местном бюджете нет денег на капитальный ремонт моста. Кивают в сторону области, ждут финансовой поддержки и готовят документы. А пока мост остается опасным не только для водителей. По проезжей части даже ходят люди, потому что пешеходный мост рухнул год назад, сдуло ветром. Мост навесной, и тросы не выдержали сильных порывов. Отсеки моста так и склоняются над устьем. Скоро их, наконец, демонтируют. Деньги нашлись. Стоимость работ составляет 3 миллиона 636 тысяч рублей. Департаментом финансов Ярославской области, администрации Борисоглебского сельского поселения предоставлена дотация на финансирование работ по демонтажу пешеходного моста. Также прорабатывается вопрос о выделении финансирования на проектирование восстановления пешеходного моста. О сроках пока не говорят, но областной департамент обещал подключиться, чтобы ускорить процесс. Александра Панкратова, Евгений Бушуев. День в событиях.